Сессия Совета депутатов прошла в поселке Черноморском. Встреча началась с отчета главы поселения Дениса Левагина. Он подчеркнул, что одна из приоритетных задач – это работа с налогоплательщиками, так как налоги – один из главных источников пополнения бюджета. Не менее важный вопрос – переселение граждан из аварийного жилищного фонда в новые дома. Одна из наиболее важных задач в работе администрации является переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Программа переселения начнет действовать на территории поселения с 2020 и продолжится по 2023 годы. В вышеуказанную программу включены 12 многоквартирных домов поселения. Также поднимались вопросы ремонта, грядирования и отсыпки дорог. Обсуждалась тема благоустройства территории поселения. Качество водоснабжения и тарифы на коммунальные услуги. Ряд вопросов касался эффективности работы депутатского корпуса. Заместитель главы района Марина Наумейко отметила, что в вопросах благоустройства и поддержания порядка в поселении жители должны занимать активную позицию. Ваш избиратель, он сможет прийти к вам в день приема и выяснить тот или иной вопрос. И тогда диалог с людьми будет гораздо быстрее. Не надо будет ждать больших сборов, больших собраний или частых встреч. В конце встречи Денис Левагин поблагодарил главу района Адама Джерима, районную администрацию, депутатов, квартальных и всех жителей поселения за поддержку. По итогам сессии работа главы Черноморского городского поселения оценили как удовлетворительную.